Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с модулями HC05, которые являются модулями Bluetooth. Вот так вот они выглядят, как вот здесь вот на картинке. Данные модули, они недорогие и позволяют производить обмен данными по технологии беспроводной связи. Ну, так как Bluetooth — это производственная спецификация беспроводных персональных сетей, которая обеспечивает передачу данных без проводов между многими устройствами. Наш модуль именуется HC05. Это один из представителей линейки подобных модулей HC03-HC09. Ну, почему именно был выбран 05, я чуть позже расскажу. Данные модули позволяют передавать данные без проводов, не задумываясь вообще о том, как работает протокол Bluetooth, как именно по нем передаются данные. То есть все это происходит на автоматическом уровне. Нам будет казаться, что будто мы передаем данные просто посредством шины USART, обычной проводной. Поэтому очень удобно писать будет код, и много что будет очень удобно. То есть, я уже, можно сказать, сказал, что управляется данный модуль именно по шине USART. Что видно вот здесь вот TXD, RXD, ножки у него существуют. Это не что иное, как контакты передачи и приема данных по USART или TTL. То есть мы будем пока сегодня использовать такой вот модуль и будем использовать переходник USART, то есть мы будем посредством этого модуля куда-нибудь передавать данные. То есть мы его еще и попробуем, не только на него посмотрим. Ну а что на него смотреть? Их вон в магазине полно, там можно насмотреться. Нам интересно его пощупать, как это все передается. Ну, также по той же шине USART производится не только передача данных, посредством данной шины производится и настройка данных модулей. Ну, во-первых, давайте теперь посмотрим их не на картинке, а живьем как-то. У меня их в наличии несколько. Вот такие вот модули. По-моему, 4 штуки у меня. Вот они в термоусадке находятся. Это, видимо, для того, чтобы не было коротких замыканий случайно, если куда-то задеть этим модулем. Но говорят, что лучше эту термоусадку снимать, она мешает передаче данных. Правда это или неправда, но я снял не для того, чтобы получше рассмотреть. То есть вот модуль, вот чуть-чуть другой модуль, ну смысл тот же. То есть здесь у нас какие контакты, я все расскажу. И описал я это все на сайте, то есть вот он в упаковочке, даже к нему даются вот такие вот шлейфы. Ну, со временем я выложу ссылочку на продавца. Вот он уже в подключенном состоянии, без термоусадки. Но это мы еще сюда вернемся. Давайте немножко поговорим о вообще характеристиках. Ну, как работает Bluetooth, какие именно классы, мы с вами об этом говорить не будем, этой информации много. Но, в принципе, и по этим модулям кое-какая есть информация, но я решил все равно дать свой обзор из-за того, что мы ими пользоваться будем, и направить этот обзор именно на то, чтобы, когда мы начнем писать исходный код, ссылаться именно на свой обзор, потому что я дам те команды вам, которые, в общем, посчитаю нужным, которые нам именно пригодятся. Потому что обзоров разных много. Ну, также за счет того, что, как я уже выразился, не только обмен, но еще и настройка производится по одной и той же шине, и тем более не нужно нам настраивать протокол, данный модуль обрел очень большую популярность среди радиолюбителей, как начинающих, так и не только начинающих. Ну и мы давайте с вами тоже не будем от них отставать и немного отдохнем от сетевых протоколов и изучим такой вот модуль. Также было очень много просьб личного характера, а также и в публичных чатах, чтобы я не обошел стороной такие модули и написал какие-либо уроки с их использованием. Модули имеют данные следующие характеристики. Можно посмотреть вот в даташите. Я его приложу. Ну, здесь как-то не совсем удобно все это
написано. Ну, вы можете в даташите посмотреть. Но я выбрал характеристики, которые нам будут более интересны, нежели все остальные. Вот здесь вот я написал. То есть чип Bluetooth BC417143 производства CSR Company. Протокол передачи данных Bluetooth 2.0 плюс EDR. Класс 2. То есть вот эта двушечка, видимо, о нем и свидетельствует. Что соответствует передаче данных в радиусе до 10 метров. Поддержка Serial Port Profile SPP. Что обеспечивает совместимость со всеми устройствами, поддерживающими данный профиль. Энергонезависимая память флеш объемом 8 мегабайт. И радиоканал частотой. Ну, не то, что и радиоканал, а вообще радиоканал у него работает на частоте от 2-4, а до 2 и вот такой вот величины. То есть мы знаем, что там Bluetooth протокол, он предусматривает передачи не по одной частоте единовременно, там небольшие прыжки частот происходят, ну, видимо, для соображений безопасности. Интерфейс USB хост у него есть, и также интерфейс UART с регулируемой скоростью передачи, причем мы сегодня научимся ее регулировать. Ну вот, наряду со всеми этими характеристиками, модуль имеет очень много на борту своем ножек. Ну давайте лучше официальный даташит откроем, тут будет не уменьшено. То есть вот сколько их здесь. Тут и PCM есть даже, и много чего. Вот даже синхронно можно по USART пользоваться, есть CTS, RTS. Потом есть здесь GPIO, огромный порт, вот 12-битный. Вот он USB у нас, есть SPI. Но мы будем пользоваться только UART. Просто даже из-за того, что вот у нас Bluetooth-модуль, он находится вот где, а он впаян еще на плату здесь. То есть вот он модуль, вот мы видим, вот он впаян на плату и выведен здесь всего 6 ножек. То есть вот какие ножки тут у нас присутствуют. То есть у нас есть ножка питания VCC, ножка ground, общий провод, шина USART, прием-передача, и ножка K. Эта ножка нужна для перевода в соответствующий режим. То есть чтобы нам передавать OT команды, посредством которых производится настройка модуля, вот эта вот ножка, она и позволяет нам перейти в режим передачи данных команд. Если мы никуда ее не используем, то есть, то модуль будет находиться в режиме передачи данных. Но также есть еще средний между ними режим, но мы этого сейчас коснемся. Я думаю, мы с вами в одну часть уложимся, это будет небольшой обзор. Ну так вот, вот тут вот пины все эти у нас расписано, но мы будем именно только USART-ом пользоваться, еще в силу того, что не каждая прошивка позволяет воспользоваться остальными ножками, то есть остальными интерфейсами и всеми прелестями, то есть данного модуля. Ну, мы знаем, что по Bluetooth все равно быстро особо данные не передашь второго класса, поэтому я не знаю. Ну, смысл, конечно, был бы воспользоваться GPIO портом, поуправлять чем-то, минуя контроллер, то есть в нем практически контроллер находится. Ну, пока, ну, я слышал, что и все также пользуются только именно вот шиной USART. Ну, теперь еще расскажу, почему выбор пал именно на HC-05. Я почитал массу различных блогов, массу документации и понял, что именно вот эта серия, а по цене она от остальных никак не отличается, обладает хорошей возможностью, она очень хорошо настраивается как в режим ведомого устройства, так и в режим ведущего устройства. Я думаю, нет смысла объяснять, что такое ведомое устройство, что такое ведущий. То есть как мастер, так и слейв. То есть можно, например, между двумя контроллерами организовать обмен с помощью Bluetooth протокола, используя вот такие модули. Один к одному подключить, другой к другому. То есть обязательно должен быть один мастером, другой слейвом. Никак нельзя обмен вести между двумя мастерами, и никак нельзя вести обмен между двумя слейвами. Ну, можно, но только опять через мастер все равно. Вот. Ну, теперь давайте мы подключим наш модуль.
Ну, а он у меня, в принципе, уже подключен. Значит, как мы все это проделаем? Перевод в другой режим в модуле осуществляется посредством замыкания контакта Key на контакт вот этот вот, на плюсовой VCC. У меня висел такой проводочек, я проводочком сюда замыкал, но перевод в такой режим осуществляется именно, нужно замыкать этот контакт в момент, когда подключаешь модуль к USB. То есть неудобно было держать эту ножку, контакт. То есть, ну, я сейчас вам все равно покажу, потому что на сайте я все это дело вот... Ну вот он соединяется здесь к подобным контактам USART. Питаться он будет от USART, потому что модуль очень мало потребляет. И вот она, у меня висел вот такая вот, вот такой проводок. То есть я его замыкал сюда. И когда вот эта ножка замкнута, нужно было подключить модуль к шине USB. Не модуль, простите, переходник. И потом через пару секунд, через 1-2, этот... проводок отсюда убрать. То есть мне рук не хватало, но в принципе я приспособился. Ну, теперь я вот решил вот такую вот тактовую кнопочку сюда приделать. То есть я разветвил плюсовой провод при помощи термоусадки, подключил один контакт к плюсовому контакту USART, второй к плюсовому контакту модуля, а третий к кнопке. И второй контакт с кнопки я подключил вот сюда, на Key. То есть вот такое простейшее подключение. Ну, в платах макетных я в последнее время немного отчаялся. Они, у них какая-то токопроводность, надежность не очень хорошая. Я решил вот пока соединяться вот так. Ну, давайте попробуем теперь подключить наш модуль. Возьмем провод USB мини, подключим. Переходник USART. Вот у нас появилось питание. И по идее у нас сейчас должен здесь вот замигать очень быстро светодиод. Видимо, не совсем хороший может быть контакт. Порой бывает что-то. Вот, вроде замигало. Вот этот, наверное, земляной контакт плохой. Но, возможно, что-то или отпаялось. Вот сейчас мигает, то нет. Но сейчас я, наверное, поменяю все-таки провода. Вот так вот вроде заработало. То есть, когда модуль находится в режиме передачи данных, а в нем он находится всегда, когда мы его просто включим или перезагрузим, то есть он мигает вот таким образом. Но также он, если никуда не подсоединен. Вот теперь и давайте попробуем перейти в режим передачи данных. Ну, вернее, в режим передачи IT-команд настроечных. Но прежде чем мы в него перейдем, запустим программку. Программку терминальную мы будем использовать CoolTerm, потому что данная программа позволяет строку заканчивать как нам удобно. Я там расписал на сайте, как ее настроить. Можно сохранять настройки, то есть спокойно. Выберем. Ну, порт у нас 6. Скорость именно 38400. То есть если... модуль у нас либо находится в режиме прием-передач команд, либо просто модуль новый, у него скорость обычно вот такая. Ну, для передач данных может и варьироваться. То есть, ну, мы ее можем всегда узнать, переведя в режим передач команд. Все, 8 бит у нас режим, стоповый 1. Эти все отключены у нас, DTR, RTS. А здесь вот line mode и CR плюс LF, то есть перевод строки и возврат каретки обязательно должен быть. Ну, можно также еще эхо выставить, local echo, чтобы мы видели еще и наши команды, не только ответы. Все, окей, соединяемся. И пробуем вот сейчас передать команду, просто IT, это такая проверочная команда. Жмем Enter, команда ушла, но модуль должен ответить окей. Модуль никак не ответил, то есть давайте переведем в режим отправки команд IT. Отключаем модуль, замыкаем контакт на плюсовой контакт, контакт Key, вот так. И в таком вот состоянии как-то ухитряемся подключить. Не получилось с первого раза. Но я сейчас заранее
Вот для того и была придумана кнопочка. То есть с кнопочкой гораздо удобнее. Но можно потом обойтись и без переподключения. А я сейчас попробую вынимать из USB порта лучше, потому что вот. Вот так. Все. Убираем провод, и у нас все потухло с вами совсем. Почему-то не должно такого быть. Это опять какие-то контакты. Все, модуль сам опять перезагрузился. Где-то тут что-то с контактами. Так, пробуем с этими проводами. Давайте. Ну вот, вроде модуль перешел в режим приема IT-команд. Соединяемся, передаем IT. Все, у нас модуль ответил нам окей. Ну, давайте теперь посмотрим, какие еще мы можем с вами команды передать. В общем, чтобы модуль обратно перешел в режим передачи данных, нужно уже использовать reset, либо отключать от питания. Но мы до этого еще дойдем. Так, теперь давайте я с модулем игрался, чтобы модуль, все настройки у него сбились и перешли к заводским. Вот такая вот команда передается, IT плюс ORGL. Давайте попробуем. Вот, модуль ответил окей. И все вернется вот в такие вот параметры. То есть, ну, может, у вас будет имя другое прошивки, может, еще чего-то. Ну, теперь нужно перезагрузить модуль. IT плюс reset. Мы будем копировать эти команды. Зачем нам их выводить? Я Enter жму. Все, модуль перезагрузился. Как мы видим, все замигало опять синим цветом. Давайте заново переведем его опять в режим прием команд. Ну, вот так вот аккуратненько делаем. Замыкаем. И включаем USB. Все, и модуль находится опять в режиме прием команд. То есть в таком режиме модуль передавать данные не может. Он только может получать команды и откликаться на них. Давайте IT плюс reset. Ой, нет, reset мы уже передавали. Connect жмем опять. Узнаем, давайте, версию прошивки. Вот такая команда. То есть у нас 2.0 и вот такая вот. То есть если у вас такая или новей прошивка, то будьте уверены, что модуль у вас работать в режиме мастера сможет. Теперь узнаем его адрес. Также иногда требуется знать адрес модуля. Вот его адрес вот такой вот. То есть вот так узнается адрес. То есть IT плюс name, двоеточие и желаемое имя. Ну давайте вот BT001, как я и в уроке написал. Вот, это не обязательно замыкать, то есть, а вот чтобы узнать опять имя, нужно опять нам перемкнуть этот контакт. Я прямо сейчас и боюсь уже замыкать, думаю, что сейчас опять что-то у меня отлетит. Вот, узнаем имя у нас изменилось, то есть, чтобы изменилось имя, не нужно перезагружать модуль. Вот, теперь давайте узнаем пароль. Почему-то вот, чтобы пароль узнать, не нужно ничего никуда замыкать. Как ни странно. Имя это очень секретно, а пароль это нормальная вещь. Также узнаем, вот такая есть IT плюс rule со знаком вопросом. Она нам режим выдает. То есть, если 0, значит ведомый он у нас. В режим ведомого находится. Если единичка, то в режим ведущего. Ну, я думаю, вы заметили, что мы, когда ставим знак вопроса, то мы что-то узнаем. Когда мы ставим двоеточие и что-то вводим, то мы что-то заносим, настраиваем. Все очень просто. Дальше мы сбрасываем спаренное устройство вот таким вот образом, если у него уже были. То есть недостаточно команда вот этот с ORGLE, чтобы полностью все вернуть к заводским настройкам. Нужно еще и спаренное устройство. А теперь узнаем, давайте, режим USART-а, какой у нас. Вот такая команда. То есть можно так, можно без пробела. То есть пробелы, они здесь практически все игнорируются. То есть мы видим, что 38400 2.0. А что такое 2.0, это не значит, что 0 стоповых битов. Вот здесь вот я написал, это 1 стоповый бит. Вот. 0 это 1 бит, единичка это 2 бита. То есть вот это здесь указано. Ну, в документации, в технической тоже указано. Плюс к данной технической документации я еще
приложу файлик со списком всех IT-команд. Хоть он и не русскоязычный, но написан нормально. Где-то что-то есть русскоязычное, я глянул, там перевод не очень. То есть, ну и давайте сменим режим USART. Наш любимый, включим скоростной режим 115-200. Вот. Ну, если мы сейчас узнаем, то он еще... А, нет, мы, наверное, не скопировали почему-то. А, букву А не скопировал я. Вот, применилось. Вот, если мы узнаем, то все у нас сменилось. Поэтому давайте теперь попробуем попередавать данные. Поэтому нажмем AT плюс Reset, чтобы нам не отключать модуль из USB шины. Не вынимать из USB порта. То есть, вот посмотрите, если мы с вами стрелку вверх-вниз на клавиатуре щелкаем, то мы перебираем все те строки, которые мы уже вводили в терминальную программу. Очень удобно, что повторно вводить не нужно. Вот, AT плюс Reset. Мы видим, что модуль у нас перешел в режим передачи данных. Мы уже можем спокойно передавать данные, но, тем не менее, отчаиваться не нужно, и вполне можно использовать режим универсальный, то есть в котором можно и данные, и эти команды, в общем, передавать. Для этого, ну, мы давайте вот сейчас отключимся. Теперь настроим скорость 115-200, у нас же он теперь 115-200. И попробуем передать какую-то IT-команду. Конечно, соединиться надо. Она у нас не передастся. То есть, она эхом отобразилась, потому что мы так настроили. Но ответ нам от модуля никакой не пришел с вами. Потому что мы находимся чисто в полноправном режиме передачи данных. То есть, берем вот этот провод, не отключает USB, и кратковременно, меньше секунды, касаемся до шины питания плюсовой. И все. И по идее уже будет модуль нам откликаться. Вот, видите. Он даже еще и вспомнил предыдущую команду. Вот. AT-OK. Ну, давайте AT-OART узнаем. Вот. Все у нас работает. Ну, теперь давайте все-таки, я думаю, с командами мы с основными наигрались. Вы почитайте потом документацию и поиграйте с какими-то другими. Теперь давайте поиграем с передачей данных. Мы не будем второй модуль настраивать в режим мастер, нам хватит одного. В режим мастер у нас с вами выступит смартфон. То есть, вот такой самый обыкновенный, незатейливый смартфон. Ну, у меня, в частности, Xiaomi Redmi 3S. Простейшая, недорогая моделька. Здесь сейчас дело не в дороговизне. Сейчас я уберу некоторое освещение, чтобы у нас свет с вами не возвращался никакой. Вот, пусть вот так вот красиво Bluetooth пускай мигает. Даже вот этот мы потушим, все вот такое голубенькое станет. Ну, я думаю, будет видно. У меня на автомате все. Включаем наш смартфон. Так, отпечаток пальца. У него все это поддерживается. Вот, так даже интересно, когда будет мигать, интереснее будет. И любую программку по обмену данным, любой Bluetooth-терминал. Вот такая. Bluetooth-терминал HC05. Вот, давайте уберем спаренное устройство все. Все, брали спаренное устройство, нажимаем скан. И сейчас наш модуль должен будет найтись. Вот он, BT001. Жмем на него, не дожидаясь ничего, и будет предложен подсоединиться. То есть не нужно заходить в настройки смартфона, все можно прямо здесь сделать. То есть обнаружить и все на свете. То есть не обязательно спаривать отдельно где-то устройство, вот чем удобна программка. Она бесплатна абсолютно, ну порой рекламка пробегает, ну да ладно. Для проверки нам годится. То есть вводим 1, 2, 3, 4, подтверждаем. Все, и у нас появилось спаренное устройство. Ну, просто жмем на данное спаренное устройство, и будет происходить соединение. И, как мы видим, в режим соединения, вот, у нас уже по-другому мигает. То есть, вот такие парные мигания идут быстрые. Быстро мигнет два раза, подождет побольше, и еще два раза. То есть, в соединенном состоянии вот так.
В режиме передач команд у нас длинное мигание. В режиме передач данных с неподсоединенным устройством совсем короткие, а в подсоединенном вот такие вот. То есть, все. Ну и давайте попробуем что-нибудь передать. Вот есть командная строка здесь у нас. Давайте наберем что-нибудь. Hello from smartphone. Привет из смартфона. Давайте еще восклицательные знаки для красоты поставим. И попробуем нажать. Send. Вот, у нас ушло сообщение в окно чата. И здесь пришло к нам в терминальную программу. Ну и теперь давайте наоборот попробуем. Из терминальной программы послать привет из компьютера. Hello from PC. Вот. И сообщение ушло сюда эхом и пришло вот сюда к нам в программку. Вот. Hello from PC. Я думаю, видно. То есть вот так происходит обмен. И вот так вот очень легко настроить модуль. То есть я же сбросил полностью все настройки, и модуль вернулся к такому состоянию, как будто он только мне пришел из магазина. Либо я его только купил. Вот как легко настроить в режим ведомого. Ну, в принципе, в режим ведущего мы в других с вами уроках настроим модуль. Там не намного все тяжелее. То есть, я думаю, вы из обзора поняли, что модуль... Есть смысл такой приобретать, тем более уроки по нему, я думаю, обязательно будут. Мы найдем, что куда передавать, но не именно по нему, а с применением данных модулей. То есть, чтобы нам не цеплять никакие провода, подключили вот такой модуль. У нас, например, на контроллерах STM32 шин USART достаточно. И также такой модуль можно использовать для... передачи, например, данных с каких-нибудь датчиков, подключить его к какому-нибудь, ну, самому слабенькому, дешевенькому STM-контроллеру, например, в котором нет там никаких Ethernet-ов, никаких нету, ну, сильных наворотов, легко паяемый, мало потребляющий. И если есть там хотя бы один USART, и, например, по однопроводному интерфейсу подключить какой-нибудь термодатчик, по один вайер, или датчик влажности, или какой-нибудь универсальный, которым и то, и другое есть, и спокойно передавать либо на компьютер, либо на тот же самый какой-нибудь контроллер, либо в какую-нибудь программу на Raspberry Pi. Ну, вариантов очень много, то есть такие модули очень удобно использовать. Конечно, удобнее использовать Wi-Fi, но, скорее всего, у Wi-Fi энергопотребление там несколько... побольше, нежели у Bluetooth. У Bluetooth поменьше. Вот, то есть, и с Wi-Fi там настройки немножко потяжелее, там необходим уже будет сеть, сервер. А здесь вот такой простейший протокол, в любой момент соединился, принял. То есть, вот такой вот получился у нас обзорчик. Таким образом, сегодня мы с вами познакомились с очень удобным и несложно конфигурируемым устройством для беспроводной передачи данных модулем Bluetooth HC05. Мы научились менять различные режимы работы, отправлять команды для получения информации из модуля, а также его настройки менять. Ну, пусть это далеко не все команды, которые знают наш модуль, но принцип нам уже ясен, а с остальными тонкостями мы еще с вами познакомимся. Также мы увидели на практике работу модуля в режиме передачи данных, создав соединение между модулем, подключенным к персональному компьютеру, и смартфоном. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось данное видео, жмите кнопочку «Мне нравится», пишите комментарии. Подписывайтесь на канал и включайте, не забывайте уведомления, чтобы знать точно, когда выходит мое следующее видео. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья. До свидания.